за регулируемым перекрестком выбираем место для разворота. Ты можешь уже перестраиваться. Это ж, я же не сказал перестроить, ну, именно перестроиться. Я сказал развернуться сзади, правильно? Соответственно, ты уже можешь себе почву подготавливать. Что это? Пешеходный переход, я снижаю скорость. Смотри внимательно, что это? Это... Сколько светофоров было? Да до хрена, это перекресток. И мы туда заворачивали сегодня, влево уходи. Вот за ним мы должны были развернуться. Стоим. Воротник где? Знаешь, ты бесишь? Я? Да. Почему? Не знаю. Просто бесишь и все. То, что у тебя не получается, а я бешу. Ты прям как моя жена, блин. Она себе платье выбрать не может, а я виноват. Поехали. Только смотри, первый ряд тебя пропускает. Вот так люди не делай больше. Ты убедись, потихонечку вылези и смотри, есть ли по первому ряду там кто-нибудь. А если бы там машина летела, которая, ну, она же не видит, что ты останавливаешься.